Со дня рождения основоположника чувашской поэзии Михаила Сеспеля исполнилось 120 лет. Этой дате посвятили межрегиональный литературно-творческий конкурс «Новая волна». Хоть утом ночью в борьбе, Сеспель брать перебе, Сеспель брать перебе. Талантливые школьники и студенты Чувашии, Татарстана, Мариэл, Ульяновской и Самарской областей встретились в финале конкурса. По словам самих участников, так они чувствуют себя ближе к чувашской культуре, продолжают дело знаменитого земляка. В моих глазах Сеспель Миши очень сильный человек. В его стихах есть какая-то надежда, уверенность в себе. Конкурсные работы посвящали не только Михаилу Сеспелю. Ребята писали о своей жизни, отношениях в школе и дома, затрагивали волнующие их темы. В канун 120-летия нашего знаменитого поэта Сеспеля Миши мы можем смело говорить: будущее молодежи есть. Участники литературно-творческого конкурса – истинные ценители силы чувашского слова. Как и все творческие люди, они ищут вдохновение и строят планы на будущее. Победа в этом конкурсе и творчество Михаила Сеспеля меня вдохновляет. И в дальнейшем свою жизнь я хочу связать с поэзией и думаю, что у меня все получится. Всего в конкурсе приняло участие 120 человек. Работы 46 участников были признаны лучшими в заявленных номинациях и отмечены ценными призами. Организаторы надеются, что лауреаты подобных конкурсов в будущем составят литературную элиту Чувашии. Богдана Дойникова, Юлия Дикова, Игорь Зверев, Республика.